На торжественном открытии битумного завода в Шымкенте представители «Газпромнефти» и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает обеспечение производства и потребления битума для дорожного строительства в республике. Сегодня вот мы поговорили с руководством «Газпромнефти», что будут новые технологии будут вводиться, модифицированный битум будет разрабатываться. Поэтому хочу выразить уверенность, что запуском нашего завода наши дороги будут обеспечены высококачественным битумом. Хотелось бы пожелать коллективу, вот я спрашивал, у нас порядка 85 рабочих мест открывается на данном заводе, есть планы по расширению. Добро пожаловать на рынок Казахстана и успехов! Завод в Шымкенте в первую очередь обеспечит битумом строители автодороги Западная Европа-Западный Китай. Шымкентский битум используют на всех асфальтобетонных участках, а это более 1500 километров из 2500 километров транзитного коридора. Завод приобретен в конце 2012 года группой компании «Газпромнефть». В 2013 году мы на мощностях этого завода произвели более 50 тысяч тонн. В этом году планируем не менее чем удвоить производство. В бизнес-плане на этот год стоит 135 тысяч тонн. Проектная мощность завода составляет 280 тысяч. То есть мы планируем при соответствующем спросе на битум увеличивать поэтапно наши производства и дойти до 280 тысяч производства битума в год. Большое внимание руководство завода уделяет вопросам экологии. На окислительных установках предприятия вредные отходы производства будут очищены и утилизованы. Казахстану ежегодно требуется около 700 тысяч тонн битума, и с открытием нового завода потребности страны будут обеспечены полностью.